Ну вот, значит, паркуются в лесочке на баре двое сталкеров. Первый крутой такой весь, аж из ушей лезет, на ландровере, ну или типа того. Второй замухрыжистый, на драной Ниве. Ну и начинает крутой прикалываться, глядя, как тот все никак дверцу помятую захлопнуть не может. Кричит ему: «Мужик, что ты со своей развалюхой морочишься? Кому она нужна? Ты бы еще противоугонку поставил, комик. Я вон свою и то не закрываю. Кого тут бояться?» Ну, второй молчит, а двери кое-как все-таки закрыл. Возвращается он, значит, из бара, а крутой молча стоит у своей машины, как окаменел, и только в салон смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит, а потом сочувственно так: «Да, приятель, не повезло. У меня вот тоже такое как-то случилось. Не закрыл дверей, так бюреры залезли и засрали все в усмерть». Короче, Хохман, на краю саркофага стоят два контролера. Первый так сокрушенно: «Во, блин, штаны упали». Второй так посмотрел на него и говорит равнодушно: «Ну и хрен с ними». Это все первый со вздохом таким: «Ах, то-то и оно». Ничего тогда. Ну вот, значит, сидят два свободовца, курят. Тут вбегает такса одного из них. Другой спрашивает: «Слушай, что-то у твоей собаки ноги какие-то короткие». Вот посмотрел внимательно: «Да нет, до земли вроде достают». А вот что я еще слышал. Приходит раз свободовец к медику на Янове и жалуется, мол, плохо ему последнее время. Костоправ, значит, его посмотрел всего и говорит: «Ну что, придется тебе полечиться, травки попить». У свободовца аж глаза на лоб и полезли: «Ты, доктор, гонишь? Ты мне еще скажи шприцы покурить». А такое слышали? Попадает сталкер в ад. Черт при проходной начинает втирать, как теперь сильно мучиться придется. Сначала, мол, изваляют в дерьме. Потом сунут в чан с кипящей смолой. Потом в горло зальют жидкую серу. Потом, тут его сталкер обрывает: «Старичок, я понял, программа стандартная. Лечебные грязи там, ванна, потом можно завалиться в бар. Ты мне лучше скажи, где на вашем курорте пострелять можно? А то все навыки растеряю». Ничего тогда. А такое слышали? Заблудился сталкер. Идет и кричит: «Люди, ау, эй, кто-нибудь!» Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он оборачивается, а там здоровенная такая, ну, страхолюдная тварюга. И говорит ему печально: «Ты чего тут разорался?» Сталкер: «Так я это, того, ну, заблудился я. Думаю, может, хоть кто услышит». Тварюга вздыхает: «Ну, я услышала. А смысл?» Ну вот, значит, встречаются двое сталкеров. «Слышь, а ты про Васю, ну того, который в дерьме». Ну вот, значит, учит контролер слепого пса заднее сальто делать. В зап... А такое слышали? Идет веселый долговец, окровавленной лопатой помахивая. Навстречу ему другой долговец: «Откуда идешь, браток?» «С похорон». «А че ж такой веселый?» «Свободовцев хоронил». «Ну а лопата почему в крови?» «Так три раза выкапывались, гады». Ничего тогда. А такое слышали? Приходит крутой к сталкеру и говорит: «Достань мне артефакт». А вот что я еще слышал. Накопил, значит, сталкер денег. Купил себе домик у речки. Обмыл это дело. Утром с бодуна заходит в сарай. Бьется о косяк, наступает на грабли, отскакивает, поскользается на коровьей какашке, падает в свиное корыто. В это время лопата со стены срывается и бьет его по горбу. Оклемался, выполз из сарая и шепчет: «И пусть мне после этого кто-то еще расскажет, что аномалии только в зоне существуют». Ничего тогда. А такое слышали? Сорвался как-то на базе у свободовцев кусок шифера с крыши. Зашибло кого-то. Как всегда, собралась куча народу. Все сочувствуют: «Ну да, это же легче, чем шифер нормально прибить. Вот, мол, не повезло мужику». Потом пригляделись. А то не мужик, а зомби. Прямо на территорию забрел. И что думаете, стали они за голову хвататься и посты усиливать? Ни хрена!
Стали еще сильнее убиваться. Это ж надо, ужас какой. Развелось, мол, твари, и плюнуть некуда. Так до сих пор и убиваются. А вот что я еще слышал. Сталкер пришел к костоправу, жалуется. Доктор, совсем спать не могу. Как засну, сразу видится, будто в саркофаге меня с кучей монстров заперли. У-у-у. Это вас, судя по всему, контролер предупреждает. Значит, как в следующий раз в поле пойдете, не забудьте бутылку ему оставить. А не то... Благодарю, доктор. Обязательно, обязательно. Да не за что, говорит контролер. Вот за доктора, это да, это спасибо. Порадовал старика. Короче, Хохман. Два свободовца, значит, сидят и размышляют. Один говорит, по-моему, нужно хорошенько напиться, чтобы принять какое-то важное решение. А другой ему, а по-моему, чтобы напиться, никакого решения принимать не нужно. Ничего тогда. А такое слышали? Придет кровосос по лесу, жрать охота. Ну, как назло, ну ни одного сталкера вокруг. Вдруг навстречу ему другой кровосос бежит, и кровь по морде аж стекает. Ну, первый к нему. Ой, свезло тебе, где-то ты так? А тот отвечает. Вон, видишь, дерево на холме толстое? Вижу. А я вот не увидел. Ну вот, значит, заходит кровосос в бар. Кровавую Мэри мне. Ну, бармен, как положено, томатный сок наливает, сверху водочкой покрывает, тот все это залпом выпивает, плюет, и все это летит бармену в лицо, на стойку, на бутылке. Бармен, это что за дерьмо? Тот утерся, обрезик достал. Что-то странное вы кровососы стали. Вместо крови вам теперь сок томатный подавать. А вот за беспорядок придется ответить. Ничего тогда. Вот послушайте, идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нету. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти? Тот отвечает: пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, идут, а молодой спрашивает: вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется: кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал, подумал, да и говорит: ладно, монстры, шмонстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролеров, чего бояться-то? А вот что я еще слышал. Сидят два свободовца, покурили. Один другому говорит: такую тему слышал. Трава в два раза жизнь уменьшает. Это как? Ну вот тебе сколько лет? Ну, типа 25. Ну во, а без травы уже полсотни было б. Короче, Хохман. Один свободовец говорит другому: знаешь, я больше никогда-никогда в жизни не буду есть грибы. Это почему же? Да я им вчера обещал. Короче, Хохман. Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо — аномалии. Вперед — монстры. Налево — кабаки и девки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает: выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые и непонятные, кабаки и девки. Ничего тогда. А такое слышали? Ну, значит, подваливает один мужик к сталкеру и говорит: эй, друг, а достань-ка мне щенка псевдособаки. Сталкер ему: ты сдурел, что ли? Жить надоело. Он же тебя в секунду порвет. Да ты не понял, говорит мужик. Я же не себе, я теще, на подарок. А такое слышали? Сидит свободовец на улице в Лиманске. Солнышко греет, он на нем дремлет. Тут видит, сталкер идет, и прямо на аномалию карусель. Свободовец ему:
Дядя, слышь, ты, дядя, это... Опа. Ничего тогда. Короче, Хохман, пошла группа свободовцев в рейд. Шли-шли, решили привал сделать. Присели, ну и обкурились. И как давай садить в белый свет. Стреляли, пока все не выстрелили. Как затихло, из кустов сталкер-одиночка, обалдевший, поднимается. Вы че это, ребята? Да ты че, мужик? Мы ж еле отбились от этих. Ну как их? Вороны. Вороны, точняк. Чего? Ага, знаешь, агрессивные такие, страшные. С клювами. А вот что я еще слышал. Не разъехались в зоне? Короче, Хохман, посадил как-то дед репку в зоне. И выросла репка большая-пребольшая. Такая большая, что если б не ствол, хрен бы дед от нее отбился. Ничего тогда. Ну вот, значит, сидят, значит, на взгорке два свободовца. Укуренные, ясное дело, до зеленых веников. Тут раз... Кровосос на них из кустов. Первый свободовец услышал шум, понял голову и обомлел. Ёпта, кровосос. Второй тоже так голову поднимает и говорит задумчиво. О, блин, такая же херня. Ничего тогда.